Надежда есть, несмотря ни на что. Именно эту идею вложила в свою работу «Холокост» самарская художница Татьяна Вдовина. Ее картина стала одной из участниц всероссийского проекта «Война на холсте. Как память поколений». Когда женщина узнала о выставке, сразу согласилась принять в ней участие. Для Татьяны тема «Холокоста» очень важна, ведь она сама является представителем еврейской национальности и чтит историю своего народа. Автор хочет, чтобы эту работу увидела как можно больше молодежи. Когда вы посмотрите картину, вы увидите, что через страх мы прям переходим к надежде. Самое главное, надежда на лучшее, это всегда идет. Теряя человеческий облик, все равно можно возрождаться, как птиц Феникс. Картина художницы будет передана на выставку в город-герой Волгоград в конце октября. Самару во всероссийском проекте представляет еврейская община. Его цель – показать единство многонационального народа России в тяжелые военные годы. За 3 года, что существует проект, более 100 картин, переданы национальными объединениями из разных уголков России и ближнего зарубежья, в дар Волгограду для постоянной выставки. Самарскую область представила школа номер 42, где идет углубленное изучение предметов, среди которых иврит, культура и традиции еврейского народа. В этом году школа отмечает 25-летний юбилей еврейского отделения. За эти годы школьниками было сделано много проектов на военную тематику. Мы считаем своим долгом, конечно же, сделать все, чтобы о том, что произошло, не забыли и знали, вы делали какие-то уроки и даже, возможно, применяли эти полученные знания сейчас. И, конечно же, мы очень рады, что это происходит на базе нашей школы, на территории нашей школы, что наши ученики это видят, что наши ученики очень готовились, и они готовятся. Изначально, когда рождался этот проект, эти картины рисовали родственники, дети, именно тех участников событий, именно трагических событий, хотел подчеркнуть, но сегодня это выросло уже более масштабно. Выставка «Война на холсте. Как память поколений» в дальнейшем будет оцифрована для всех городов-участников. Валерия Куценко, Григорий Плешаков. События.